Всем привет! Подключаем YouTube Premium от Vodafone. Вот пришла смс-ка. 15% на нем. На зарядку включили. Так. Наступний крок – активуйте 4 місяці безкоштовного користування підпискою YouTube Premium за посиланням .youtube.com/premium.vodafone.de, вкажіть всю необхідну інформацію. Ну що ж, поїхали? Вот. Попробовать бесплатно. Будет до 30 января 2021 год. Вот. Дата первого. Это все понятно. Номер карты. Вставляю вот этот. Ой. Нечаянно. 0327. Сейчас. Ну что ж, поехали. Оплачиваем. YouTube Premium на 4 месяца подключено. Пришла смс-ка. Все. Это дарила компания Vodafone. Значит, YouTube Premium от компании Vodafone подарила мне по акции. Акция действовала с 1.06 по 30.09.2020 год. Вот я, получается, со своего номера принял участие, и вот я участвую. И видео в пассе тоже. Видео в Musics могу тоже участвовать как раз бесплатно. 4 месяца. До 30 января 2021 год. А банк это списал YouTube Premium 9 гривен с копейкой. Но эти деньги потом вернутся обязательно. Так что вот так. Ну что ж, смотрим. Все, мы в YouTube Premium. С помощью YouTube Premium можно слушать музыку без рекламы в фоновом режиме. И офлайн. Все, отлично. Вот мы с вами, друзья. Зайду на всякий случай в My Vodafone. Посмотрим. Акция вот-вот сегодня закончится с 0 до 3 ночи, поэтому я быстро подключил. Вы увидели. Всем желаю до 3 часов ночи подключить как можно скорее YouTube Premium от компании Vodafone. Если у вас есть Vodafone-овский номер, подключайте, пока не поздно. Вот YouTube без перерыва. Все, YouTube Premium. У нас ребят с вами подключены. Мы только что с вами заходили от Vodafone. Вы увидели сами. Оно у меня уже подключено. Оно мне просто предлагает дальше подключить какие-то услуги. Поэтому
вы сами увидели. Я зашел по своему номеру 095 090, ну и дальше я буду озвучивать. Поэтому вот так. Давайте, чтобы было быстрее, с YouTube. Ух ты ж, вау! Да ты шо? Друзья, я правда подписался. То есть, как вам правильно сказать, оформил подписку. 4 месяца попользуюсь, далее будет 99 гривен в месяц. Ладно, это с интернетом проблема. Что ж, YouTube премиум подключено. А банк деньги снял, они все равно потом вернутся, поэтому желаю приятного просмотра. С вами был Руслан. Всем до новых встреч, пока.